Обсудить проделанную работу и рассказать о планах на будущее. В микрорайоне Сходня перед трудовыми коллективами выступили депутат Государственной Думы Ирина Роднина и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Чтобы было комфортно и уверенно жить в нашей стране. Чтобы нам было комфортно и уверенно растить наше будущее поколение. В своем отчете Ирина Роднина упомянула проекты, которые реализуются на территории Московской области. Строительство школ, детских садов и поликлиник, программа по реконструкции магистралей и транспортных развязок. Не обошла стороной парламентарий и экологические проекты по обеспечению населения чистой водой, а также программу по очистке рек и водоемов. Самое главное, что, наверное, ни в чем не останавливаться. И впереди у нас самое главное – это выборы. Вот где каждый человек не только имеет право, а я считаю, имеет ответственность перед страной, перед собой, перед своими родными высказать свое мнение и за будущее нашей страны. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский сделал акцент на локальных вопросах, которые волнуют жители округа. Модернизация системы отопления, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство и уборка территорий. Такой формат дает возможность не только рассказать о результатах своей деятельности за истекший период, но самое главное – получить обратную связь от жителей по тем вопросам, которые их волнуют. И самое главное еще – дает возможность совместно построить дальнейшие планы на будущее. Подобная отчетная работа пройдет во всех микрорайонах Химок. Ну а вопросы, просьбы и предложения химчан депутаты возьмут на личный контроль. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.